больно сердце пожаром. Таким макаром все уроки проходят даром. Каждый день как вспышка, устала слишком. Я себя ощущаю слабой, никому не сдавшейся почему-то. Саундтрек моей жизни включает утро. Тут уместен хэштег «Все круто». Не апатия даже, пиздец со стажем. Но кому мы об этом скажем? Кто поймет убогую силу страха, когда хочется плакать, но жалость плаха? Остается лишь охать-ахать. Когда нет понимания, что святое, все вокруг пустое, во всем застой. Да и что, наконец, построить, если нет очертаний конечных станций? Жизнь кричит, ты в танцах. Давно уж в танцах. Можно с главным теперь связаться? Я задам ему всего 3 вопроса. Почему я так и не стала взрослой? Как услышать интуитивный голос? Все смешно или все серьезно? Прошепчу. Научи меня видеть сердцем. Недоступно глазам в суть вещей всмотреться. Ну, такие сейчас тенденции. И скажи ко мне, ученице и другу, почему мы так любим ходить по кругу? Потому что незнанием напуганы? Потому что не верим и хлопаем дверью? Вот уже, находясь у цели. Потому что слабые и близоруки? Полагаем, что разгадали трюки, но невидимы части плана. Ведь не сами же вводим в систему данные. Жизнь вообще явление довольно туманное. Так задумано и так надо. У всего в этом мире свои причины. Не всегда, как правило, сплошь невинные, но у Бога помыслы все глубинные, а пути неисповедимые. Все, наверное, вовремя. Каждый опыт. Я несусь по прошлому автостопом, наблюдая его потоком. Больно сердце пожару. Повсюду риски, но я буду учиться и душу чистить. Путь к себе настоящий, отнюдь не близкий. Бог мой, стойкости, сценаристки.